Я вот до 120 чувствовал себя мальчиком. До 120 до 50. Сейчас их уже 60, в смысле лет. И самое противное, что килограммов 140. Да? У меня даже песня такая есть. Да? Я такой же, только как и 20 килограмм тому назад. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что сейчас уже есть и одышка. Сейчас уже есть даже некий синдром паники, когда меня, скажем, запихивают в томограф. И мне объяснили, что это все продолжение того же эффекта сильно лишнего веса. Ну и кроме того, я же всю жизнь был бабником и собираюсь оставаться еще лет 20. На меня с гораздо меньшим восторгом сейчас смотрят девушки, чем 20 килограмм тому назад. Да? Вот. И еще если учесть эту ковидную историю, но все-таки я сидел дома фактически год, не вылезая из-за компьютера. Да, я написал много чего гениальных литературных произведений. Но вместе со Славой пришли еще 10 килограммов, которые меня уже просто уже совсем достали. А еще, вот когда я понял, что вот пора уже, вот пора, это в позапрошлом году, когда я был в Штатах, и, собственно, когда нужно было взвешивать чемодан, лететь обратно, я взвесил, чтобы все входило, и заодно решил сам туда встать. И вот цифра 300 меня немножечко шокировала. Я понимаю, что это фунтов, да? Но все равно цифра 300, она сработала так всерьез. И, но самое смешное, что похудеть без помощи практически невозможно. То есть да, жрать нужно меньше, прекрасно понимаю. Жру меньше, не помогает. А далее уже происходят какие-то моменты, наверное... Во-первых, скучно монотонной жизни. То есть пошла работа, ответственная работа была, в которой я понимала, что кроме меня там никто здесь не поможет. И, не заметив того, подзабила на себя, да. То есть вот этот момент, у тебя нет времени, и ни времени, ни желания, ни мыслей посмотреть там в зеркало, как чего, да. То есть ты как-то вот бегом-бегом, и как-то это потом стирается. Когда я... узкому кругу людей сказала про данный проект. Причем у меня на самом деле там в молодости бурная жизнь была в плане публичности. То есть у меня были большие крупные проекты среди молодежи, которые я вела, я ставила, я прописывала. И казалось бы, у меня нет вот этой вот боязни, да, там сцена, камера или чего-то. Нет, вот появилась. И когда я там кому-то начала говорить про проект, мне было почему-то, ну, почему-то мне было важно, что люди скажут. Я, наверное, где-то искала какую-то поддержку, потому что я понимаю, что на видео сниматься не хочу никак, но я хочу познакомиться с лошадьми. Я хочу увидеть другую жизнь, потому что вот эти вот с января месяца моя жизнь — это, ну, реально какая-то серая коробка. Вот в прямом смысле слова. И я устала от нее, и я не вылезу оттуда, пока я не выйду из нее. Никто, нету такого, что кто-то тебе что-то где-то будет, никто никому ничего не должен, никто никому ничего не будет помогать. Либо ты встаешь и идешь, либо не идешь. Сказать, что для меня сейчас будет целью вот пойти и чего-то добиться, какого-то результата, я не могу. Потому что если я его не добьюсь, я очень сильно разочаруюсь и не знаю, что будет. А если я это воспринимаю как приключение, как новое знакомство, просто как жизнь, это моя жизнь, все. То тогда я уже и не разочаровываюсь, и добьюсь всего, потому что я не буду переживать и нервничать. Ведь люди делают ошибки, когда нервничают. По факту, да, вот любая наша ошибка, когда мы торопимся, нервничаем и так далее. Уединение с живым, характерным другом. Тут не могу сказать, существом или с кем. Мне хочется подружиться. То есть мне хочется подружиться с конем, например. И в этом случае обрести свободу какую-то и понимание. Я хочу понять его, и почему-то мне кажется, он будет понимать, чувствовать меня. И это мне дает веру в себя почему-то. Не знаю, как это объяснить. Но вот это вот первый шаг.
У меня нет цели вот этой вот, и нет цели именно похудеть, допустим. Нету. Я хочу вернуть яркость в своей жизни. Я хочу скинуть с себя все лишнее, я хочу скинуть вот этот негатив. Я хочу, ну да, килограммы, с ним тяжело, пусть уходит. Но в первую очередь я хочу легкость, свободу, радоваться, любить себя, вспомнить, что, в принципе, я веселая, по крайней мере, раньше была. Вот. И не озираться на чье-либо мнение, это тоже вот важно. Меню я вам не даю, да, соответственно, вы будете сами являться руководителями своего меню под моим чутким контролем. То есть спасение утопающих дело рук самих утопающих? Не совсем. У вас будут четкие рекомендации по схеме питания, но наполняете схему питания, исходя из своих пожеланий. Если, например, Катя не любит категорически гречку, я не могу ее заставлять ее есть, потому что сейчас она ее ест, а через месяц она ее есть не будет и будет есть, там, не знаю, то, что она ела условно до этого. А чтобы мне было проще вас контролировать, мы будем вести с вами дневники питания. Что такое дневник? А камеру в доме не будете ставить? Нет. Мы будем с вами писать дневник питания, причем мне абсолютно не принципиален, как формат, каким образом вы это будете делать. Это может быть как заметка в телефоне, так и блокнот, в котором вы можете помечать. То, что вы употребляли, важно отмечать время подъема, когда вы проснулись, время первого приема пищи и дальше... У меня почерк очень плохой. Я сама врач, я знаю, что такое врачебный почерк, поэтому можете не волноваться, разберемся. В любом случае я задам вопрос, если что-то будет непонятно. Главное его ввести до момента, когда вы съели. То есть не съесть и вечером вспоминать, что же там было у меня в течение дня, а прямо в моменте времени. Садитесь, кладете свою еду на тарелку, сначала записывайте, а только потом съедаете. А муки совести нужно описывать при этом? Обязательно. Мне нужны честные дневники питания. Не нужно мне писать идеальный дневник питания, который никаким образом не совпадает с тем, что есть на самом деле. Потому что наша задача с вами получить результат, а разобраться с причинно-следственными связями можно только тогда, когда ты владеешь объективной информацией. А наше занятие будет приходить в три этапа. Это... разминка, дыхательная гимнастика, где мы подготовим в первую очередь суставы для дальнейшей нагрузки. Наши или его? Ваши. Его суставы подготовлены уже заранее природой. Еще очень важно определить степень этой нагрузки, которую мы можем нести, непрерывную, вот, потому что вторая часть, она у нас основана на динамическом пилатесе, просто он происходит в седле, мы начнем с 15 минут, постепенно увеличив это время до 25 минут непрерывной нагрузки, а вот интенсивность этой непрерывной нагрузки, она разная и зависит уже от уровня артериального давления, от скачков, потом от вашего пульса, насколько частота сердечных сокращений у вас будет меняться в процессе именно вот этой разминки, дыхательной гимнастики. Вот. Мы за эти там, 10 минут мы определим вот этот уровень, который вы сможете, уровень нагрузки, который вы сможете нести. Правда, можно, занимаясь на лошади, похудеть? Да, действительно, это так. Это никакой... Да похудеть можно и дома, если ничего не есть. Разговор о другом. Можно похудеть? Еще поговорить? Да, тут у нас... задача не само похудение, а все-таки оздоровление организма целиком. Я про спину слышала, да, лечит? Спину лечит. Спину лечит, очень здорово, причем исправляется даже сильный сколиоз. То, что происходит у нас в организме, мы просто нарушили баланс с природой, да? Вот сейчас мы будем восстанавливать. Да, а мы сейчас будем восстанавливать баланс. Вообще ключевые слова у нас с вами – это баланс, равновесие. Это с вами у нас будут ключевые слова во всех наших тренировках. Включая душевное. Да. В чем смысл вот именно динамического пилатеса на лошади? В том, что когда вы приходите в тренажерный зал, у вас есть специальные приспособления, такие как реформер или просто тренажер, какие-то гантели, еще дополнительные веса и так далее. Там вы работаете только со своим весом, то есть у вас есть ресурс определенный, все, да, и вы потихонечку начинаете очень медленно во все это, в этот процесс вникать. Здесь что происходит? Мы садимся на лошадь, и она нам уже помогает теми импульсами, которыми она дает. То есть получается, что нагрузку вы ее и не чувствуете так сильно, как вот в тренажерном зале, но она при этом есть. Вы за счет того, что просто пытаетесь усидеть даже в седле и пытаетесь балансировать, у нас
напрягаются глубокие мышцы. Мы работаем очень много связками, теми, которые вообще в природе у нас не задействованы. И процесс как раз-таки, вот если мы говорим о похудении, процесс похудения запускается как раз с висцерального жира. Висцеральный жир — это жировые отложения на внутренних органах. Да? Это что, липосакция не убирается? Это как раз то, что мы не можем убрать внешне. Мы это можем убрать только внутренне. А учитывая, что у вас еще и питание, и диета, да, то есть мы воздействуем со всех сторон. Но в первую очередь пилатес, ими еще и на лошади, убирает именно, мы начинаем изнутри худеть. То есть сначала уходит висцеральный жир, а потом уже все остальное. Обвисает все остальное? Ну, вообще не обвисает, потому что мышцы у нас находятся как раз-таки в тонусе, да, что если мы будем просто ничего не есть, голодать, сидеть, что у нас произойдет? У нас процентное соотношение жира и мышц, жировой ткани и мышечной ткани, да, уйдет в сторону куда? В сторону жировой ткани, правильно? Потому что первые у нас пропадут мышцы. В песок. Конечно, да. И все равно, когда мы начнем опять есть, как мы ели до соблюдения диеты, все вернется, а то, может быть, и ухудшится даже. А тут мы сжигаем именно висцеральный жир. Это очень важно.